вашему вниманию стартовый состав «Сельты». Это одна из тех команд, которая предпочитает играть в активный футбол и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. Один из самых длительных футбольных матчей прошел с 1 по 3 августа 1981 года. Рекорд устанавливали две ирландские команды футбольного клуба «Калинаферсив» из Керри. Да, играли почти три дня, и победителя удалось выявить лишь через 65 часов и одну минуту. Команды начинают эту игру. Поехали! Очень вовремя защитник играет на вынос. Можно играть дальше, считает арбитр. Нолито. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной, и им это удалось. Не получается сохранить мяч. Развивается эта атака, что-то из этого может получиться. Классный пас он отдал. Нолито. Пришел черед Аспаса. Не удалось сохранить мяч. Очень вовремя защитник играет на вынос. Можно играть дальше, считает арбитр. Нолито. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной, и им это удалось. Не получается сохранить мяч. Развивается эта атака, что-то из этого может получиться. Классный пас он отдал. Очень вовремя защитник играет на вынос. Можно играть дальше, считает арбитр. Нолито. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной, и им это удалось. Не получается сохранить мяч. Развивается эта атака, что-то из этого может получиться. Классный пас он отдал.